В этот день тишину музея горок Ленинских взорвали бабки-ёшки, распевающие песенку из знаменитого мультфильма «Летучий корабль». Эти молодые очаровательные девушки, не побоявшиеся преобразиться в бабок-ёжек, студентки Московского педагогического государственного университета и участницы студенческого театра «Новый диалог». Возрожденный театр с ноября месяца всего лишь. Но за это время мы очень многое успели. Во-первых, мы выступали на театральном международном фестивале в Балашихе, стали призерами. Потом у нас был «Фестас», студенческий фестиваль, «Студенческая весна» тоже были в числе призеров. У ребят уже довольно большой репертуар, и они уже выступали в горках, где постоянно проходят разнообразные творческие встречи. К примеру, недавние джазовые сезоны. Несмотря на дождливую погоду, здесь собралось очень много любителей музыки. Ну а на этот раз зрителями были дети. Именно для них студенты подготовили музыкальное представление по двум сказкам «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». Мы очень долго готовили этот спектакль. Это мы вложили в него всю свою душу. И моя роль, она прям такая большая. Я играю аж трех персонажей. Программу «Скоморохи» создала Людмила Михеева, руководитель и режиссер Возрожденного театра при университете. В спектакле заняты студенты первых и вторых курсов разных факультетов. Но основная их профессия – это педагогика. Как сказал Макаренко, каждый преподаватель, педагог должен быть немножко актером. И также мне очень понравилось то, что у нас музыкальный именно театр, можно танцевать, петь. Сегодня у нас премьера, как раз-таки до этого мы играли, у нас были драматические роли. Студент уже 4-го курса художественно-графического факультета. Стану педагогом, и такая мечта у меня. Можно даже создать вот театр при школе, чтобы детей обучать и вокалу, и актерскому мастерству. Студенческий театр собрал в этот день много зрителей, и все были увлечены действием спектакля, как дети, так и их родители. Ожившие персонажи любимых мультфильмов еще раз доказывали, что если захотеть, то любой может прийти к своему счастью. Хотим выступать перед детскими центрами реабилитации. В горках такой есть. Но сейчас ребята разъезжаются на каникулы, поэтому вот в сентябре. И сюда также мы планируем приехать. Так что смотрим афишу выходного дня на канале «Видное ТВ» и ждем новых встреч со студенческим театром. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».